Добрый день, уважаемые соотечественники! Рада приветствовать вас на странице Беринчи Радио. Меня зовут Юлия Соломатина, я представляю ресурсный центр для пожилых. И хотела бы вкратце рассказать об небольшой инициативе, направленной на поддержку трудящихся мигрантов. С августа месяца в рамках проекта «USAID. Безопасная миграция в Центральной Азии», реализуемая Winrock International, ресурсный центр для пожилых запустил небольшой проект, направленный на оказание юридических и психологических консультаций трудящимся мигрантам в условиях пандемии. Консультации осуществляются через наши социальные сети в Фейсбуке, в Инстаграме, в Одноклассниках, на страничке «Салам Мигрант». Любой желающий может зайти на нашу страничку и на кыргызском или на русском языке задать интересующий его вопрос. Кроме того, мы сейчас параллельно начали разрабатывать чат-бот на платформе Telegram, где мигранты могут оперативно получить ответы на часто задаваемые вопросы. Как только данный чат-бот будет протестирован, мы обязательно распространим ссылку на данный чат-бот. Также хочется добавить, что мигранты, которые сейчас испытывают также психологические проблемы в связи с ковидом, также могут получить и психологические консультации. Поэтому, уважаемые друзья, не стесняйтесь, обращайтесь, заходите на наши странички «Салам Мигрант», пишите, мы постараемся помочь и ответить на все ваши вопросы. Всем хорошего дня, не болейте, берегите себя. До свидания.